Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama
слишком возгордились своим благополучием. И слишком уж уверены в себе из-за присутствия их маленького друга Кришны. Но он же просто несмышлен, болтлив и не понимает, как устроено мироздание, хотя считает себя всезнающим. Они простые обитатели леса, но очарованные своим другом Кришной, который всего лишь человек, осмелились выйти из повиновения богам, их следует наказать. Они и их коровы должны быть немедленно уничтожены. Самвартака! Отправляйся во Вриндаван, в пастбище Махараджи Нанды, и изо всех сил поливай их дождем. Сверкай молниями, реви от грома и обрушь на землю град. Пусть жители Вриндавана повернутся в ужас от проливных дождей. Я тоже прибуду туда в сопровождении ураганных ветров. Я приложу всю свою силу, чтобы стереть с лица земли пастушескую деревню Махараджи Нанды. Махинанда, что происходит? Ну, похоже, что ягья удалась и начался дождь. Какой-то очень странный дождь. Ой, Махинанда, мне это больше напоминает конец света. Кришна, Кришна, ты где? Ты очень любишь своих преданных. Кришна, защити нас. Кришна, Кришна. И избавлю его от гордыни. Пойдемте все со мной, укроемся под зонтом, которым стал для нас холм Говардхан. Это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать.